Цератозавр. Род хищных ящеротазовых динозавров из семейства Цератозавриды, живших в юрском периоде на территории Северной Америки, Европы и Африки. В среднем динозавры этого вида достигали длины 9-12 метров, что делало их одними из самых крупных хищников своего времени. Кроме того, цератозавры могли похвастаться целым рядом особенностей. Например, морду динозавра украшали плоский в виде гребня носовой рог и два выдающихся гребня над глазницами. Вдоль спины ряд костяных пластинок. Передние конечности очень короткие. Череп мог расширяться за счет подвижных сочленений между костями для заглатывания крупных кусков мяса. Очень большие верхние зубы у некоторых видов, их вершины при закрытой пасти торчали ниже края нижней челюсти. Цератозавр был хищником, нападавшим преимущественно на некрупную добычу. Орнитопод – детеныш из завороподов. В отличие от аллозавров, убивавших даже крупных динозавров.